что, друзья, понеслась. Заварите чаек. Я думаю, должен быть интересный поединок. Встречается футбольный клуб «Поколение». Они сегодня на втором месте сейчас пока. И футбольный клуб «Титан». «Поколение» ярко-розовые. И «Титан» в своей традиционной черной форме. «Титан» собрался по исполнителям нормально. Плюс 5 человек. У «Поколения», по-моему, плюс 1. Прошлые выходные «Титан» провел откровенно плохо. Они из двух матчей только взяли одно очко в игре с «Форцией», ничья 0-0. Посмотрим, как будет в эти выходные. Две команды, которые претендуют, чтобы по итогам первого круга быть в первой четверке. Хотя, может быть, «Титан» там разобрал тактику и поняли, что им не надо быть в первой четверке. И будут сливать игру, возможно. Не знаю. А возможно, будут бороться до конца. Но, во всяком случае, раньше «Титан» в этом не был замечен. Все-таки команда, которая не привыкла сливать и борется до конца. Вот этот Ярослав, вот там он крупным планом, вот не было просто выходные. Подписали его из футбольного клуба «Мастер», очень хороший техничный парень. Посмотрим, сможет он сегодня себя проявить. А «Поколение» сегодня, не сказать, что собрались. Во-первых, одна игра, может быть, им и хватит 9 человек, зачем они все молодые. Здоровья хватает. Ух, неплохой удар. Вы видели, как проверил. Плотненький такой хлесткий удар. И мимо. Ух ты, выбрал мяч и еще туда. «Поколение». Не-не, а что это? Ну, пишут там. Вот, а, писатели? Ну. Да, пишут. Да. Ну, там демари, как бы они, ну, не это самое. Не, они без претензий. Леха в телеге? Или в баде? Ну это там, скажи, таким постоянно нет. Да, постоянно. Да, 43 человека. Можно ли мне? Нет, там. Алло. Давай, 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 поставим. Нас и правда. Ну ты ж понедельник или нет? Ну так и давай понедельник. Да, да. Снова, смотри, как позиционно «Поколение». Хорошо. Более живее, мне кажется, «Поколение» начинает этот поединок. Да, ну ничего страшного. Сейчас, если будет возможность, открою на турнирную таблицу. Если будет пауза, посмотрю, что там происходит. Кто там всем претензий не поставил?
сейчас вот паузу, загружу сайт, открою. Бегу нужно. И по-моему еще уже. Давай, давай, усилить надо, давай. Итак, вот турнирная таблица на моих глазах, а не на ваших экранах. Я ее вижу. И вижу, что сейчас поколение занимает второе место, а Титан занимает четвертое место. У поколения в активе 8 очков. У них 2 победы, 2 ничьи. У Титана в активе 5 очков. У них 2 ничьи, 1 победа и 1 проигрыш. В принципе, Титан пока занимает четвертое место. Уголек, несмотря на то, что они сегодня проиграли матч, все равно пока на данный момент они занимают первую строчку. Поколение может их сместить, если сегодня вырвет очки. Поэтому тут все запущено. Если теоретически сегодня Титан выиграет, у них тоже будет 8 очков. И тогда у нас 3 команды. Поколение с КМД и Титан будут иметь по 8 очков. Если поколение сегодня выиграет, они возглавят турнирную таблицу и займут первое место. Что ж, интересно. Не видел я еще поколение на первом месте. Хотелось бы их там увидеть. Но Титан, я думаю, будет против сегодня. Максим, капитан команды, Бугаев. Сейчас он будет, да, его крупным планом. Вот он. Будет исполнять корнер. Вот Ярослав открывался, но не увидел его капитан. Бьет подача. Легка сдобыч. Пирс, если я не помыляюсь, хлопец. Гвоздецкий. Тоже парень играл на пульсе уже, наверное, лет 10. Бугаев обыграли стеночку. Дальний удар. Удар есть у поколения. Они есть возможность, они сразу бьют. А у нас уже 8 минут прошло, друзья. Вроде как бы матч только начался, уже 8 минут прошло. В серединке. В серединке? Угу. Такой шлейф, знаешь, запах такой, знаешь, они прошли, девушки, такой духи. Да, такой. Еще минут 5 будет такой запах стоять.
10 минут первого тайма, пока ребята забивать не хотят. Точнее, хотят, но не могут. Даром все это лучше форт? Да, да. Я не знаю, вы тоже неплохой перевод мяча. Туда на весик. Есть кто-то откликнется до Бугаева, а до Руслана. До Ярослава не дошло мяч. Неплохо открылся, но нет, не достал. Титан пытается быстро водить мяч, то есть они настроены сегодня на победу. У них хорошая лавка, есть кем освежить игру, чтобы держать высокий темп. По поколению, по-моему, плюс один тут. Хороший, быстрый пас, быстро ходит мяч у поколения, и, в принципе, точно, много точных передач, и опять дальний удар. Есть удары у поколения, но вот такие, сказать, что они прям небезпечные, то нет. И назад, пас назад, не обостряй. Можно бить? Не дает пас. А просился удар, но съели его. Пол первого тайма позади, но нули у нас на табло. Пока команда не забивает. Ну и в простой ситуации Титан теряет мяч. Как бы никто не прессинговал, сами просто подарили мяч сопернику, Гвоздецкий. Поколение отвечает тем же, тоже меняет, теряет мяч в простой ситуации. Много брака у одной и другой команды. Проходит передачка, и нужно бить. Сок потел. И момент еще, а не дошел. Капитан вымогает прессинг, але прессинг не могу сказать, что прям там солидный. Смотрю, как бы еще команда на замене. То есть можно было Титану два матча одновременно играть, потому что игроков хватает для этого маневра. Дмитрий. Thank you.
Ну, просто оттолкнул Никита, съел его как пирожок. Я остался 10 минут первого тайма, 15 минут прошло. 0 на табло. В прошлые выходные у нас, по-моему, было 3 поединка. Из 40 3 поединка было ничей. Даже из 36, по-моему. Ну, это выходит Мороз, ну Мороз по седьмому номеру. Посмотрим, сможет ли он сегодня что-то придумать. Форвард Титана. Забить гол для сториса. И можно бить, отдает пас. И теряем. И просится туда направо пас или ударчик. Хороший момент. И это 1-0, друзья. 16:30. Поколение выходит вперед. Споймало поколение Титан на контратаке. Была очень качественная контратака. Все правильно разыграли, как по нотам. С холодной головой. И 1-0. Поколение впереди. Что ж, друзья, напоминаю, что сейчас в онлайн-турнирной таблице поколение перебирается на первое место. И они могут в эти выходные возглавить турнирную таблицу и пойти на перерыв. Напомню нашим телезрителям, в Пасху мы не играем. Пойти на перерыв на первом месте, обеспечив себе уже выход за тур, да, обеспечив себе выход во вторую лигу, потому что напомню, что 4 команды, которые займут 1-4 место, у нас попадают во вторую лигу. Команды, которые займут 5-8 место, квалифицируются в 3-ю лигу. Там мы играем еще один круг. Поколение удивляет в этом розыгрыше. Очень солидно они выглядят. И сейчас в онлайн-турнирной таблице возглавляют свою группу. Браво, молодцы. Что-то так смачно. Где-то рядом. Покажите людям, Таня, когда мы... Не вижу братьев Шатохина за поколение сегодня. Их 3 брата, точнее 2 брата, один старший Шатохин, но не вижу никого сегодня. Ну, пока все-таки счет в пользу поколения. Мороз, его удар, тычок в сторону ворот. И тут игрок Титана подчистил, выбил мяч. Ну а поколение сейчас не надо никуда спешить. Во-первых, их всего лишь плюс один. То есть заменка одна. Ну, уже 20 минут, считай, что сыграно. Счет их устраивает. И я думаю, они будут сейчас тянуть ногу, путать след и не спешить форсировать события. Титану сейчас нужно играть, отыгрываться, бежать вперед, а поколение никуда уже бежать не нужно. 1-0. Можно играть свою игру и пытаться ловить оппонента на контратаку. Титану логично давать темп. Да, Ярослава кинули в очко, и он расстроился за этого, и пришлось ему свалить. И стандартное положение для поколения. Между ног. А я как сказал? А, ну между ног, да. Это более культурное
для Ютуба, а то мне еще сейчас этот забанят, тут скажут, что я ругаюсь. И из-за этого не дадут монетизацию этого видео. А нас, а человек 30-то посмотрит. Ну снова. Вот как бы не хватает последнего паса у Титана, вроде доходят, ну а там ничего не получается. Вот смотри, Титана все такое не позволяет. Ярик хорошо, ярко выглядел в формате 5-5. Тут в составе Титана, ну, не так ярко он выглядит. Не могу сказать, что он как-то выделяется, как-то он потерялся на поле, даже так. Конечно, в мастере он был лидером, который очень солидно выделялся. Посмотрим, может это временно, может быть он еще сблеснет. Но пока как Мудрик в Челси потерялся. И вот эта позиция. Но Гвоздецкий самоотверженно пошел на мяч. Заблокировал его и... Дух тю-ю-ю-ю-ю-ю, чуть не перекинул на 21 номер. Чуть за камерец Шкаринова туда не забыл. Было дуже-дуже-дуже небезпечно. Никита, коренастий хлопець, кеп виходить на поле. Можливо, він зможе щось змінити. Мороз ліве б'є, але це не удар, це є, не знаю, кивок, толчок в сторону воріт. Дуже кволий удар. З такого удару забити це нереально. Залишається 2 хвилини до кінця першої половини зустрічі. Дуже небезпечні ці контрвипади у покоління. І що хочу зауважити, що у покоління логічно закінчуються их атаки. Они бьют, пусть они не попадают, там попадают, но они доходят до удара, до последнего, то есть какая-то есть завершенность их атак. Что не скажешь про Титан, который вроде доходит туда до ворот, но нет удара, как-то то блокирует, то последнего паса нет и нет и небезпеки від Титана. Пожарник минусанул, место стало. Юра. Не, ну он залет, он же был плюс сначала. Да. Да пусть как бы, ну, как-то компенсирует. Как да. Ну. Параллельно у нас играет Петрович Санга. Не уговорим никак Лёху выйти побегать. Когда я собака выйду погулять. Собака. Рядом, вокруг стадиона. Ярик, непоганий пас, але ну опять. Вроді все і розіграли, інтересно, але ні. А от контратака, друзі. Це мав бути гол, але ні. Голкіпер дуже гарно зіграв в цьому епізоді. Але дуже якісні. Дуже якісні оці випади від покоління, вони гострі. Вони небезпечні. Ну,
І залишається. Що, нічого не залишається? Зараз буде. Свісток на перерву. 25 хвилин вже зіграли. Напевно, судді подобається цей матч, він хоче ще його подивитися. Ух ти! Оце Бугайов, небезпечно. Дальній постріл. Перший тайм, друзі. Що ж, друзі, запрошуємо вас до перегляду другого тайму гри другого-третього дивізіону, де зустрічається футбольний клуб «Покоління» і футбольний клуб «Титан». Рахунок на табло після першого тайму 1-0 в пользу «Покоління», і «Покоління» дуже небезпечний. Ну, вони були гостріші в першому таймі. Їхні атаки доходили до логічного завершення. Титан не такий був яскравий, як «Покоління». Мабуть, тому що у них не така яскрава форма. Можливо, щось зміниться в другому таймі. Ще нас чекає 25 хвилин. Є час це змінити, але попереду наразі «Покоління». Це буде корнер. Ух, небезпечний удар, дуже потужний, але не влучив. Ну, набагато гостріше «Покоління» виглядає. Більш якісні в них моменти, які доходять до якогось логічного завершення. А в тебе нулі? Що у нас ще було? Та Вітюк пусть якого-то возьми, він брав, ну... Фух, і опять небезпечно, друзі. Знову небезпека від «Покоління». По грі на дану хвилину «Покоління» заслужено переігрує «Титан», тому що більш яскраво, більш ярко вони виглядять. «Титан» таке чувство ніяк не може нащупати свою гру. Несмотря на количество преимущества, они не могут. На данную минуту «Покоління» ближе к забитому второму мячу, чем к тому, чтобы «Титан» сравнял. Ярослав, саме він буде виконувати. Ух ти! Чуть сам себе не забив. Може, це стандартне положення, що до «Покоління» плюс, може, з ігри не виходить нічого.
Не, ну кто-то с другом может тоже что получится. Ну, никуда. Поджали! Ты на завтра готовишься? Да. Лёх, ходишь завтра с собакой? На воротах. Да, что здесь? П'ять хвилин минуло другого тайму. Вот оно, вот оно, вот это ударчик. Плотненький, хороший. Таких не было в первом тайме у Титана. Но это уже остро. С детски я пошел одного оппонента, но второго не смог пройти. Мороз. Ну, мороз просто потерял. Поколение теряло, казалось бы, в ответ, но нет. Они остались с мячом, Бугаев. Нет, это был не Бугаев. Никит. Ярослав. З'їли, з'їли. І контра. Ну, а ні, ні, не дійшов до удара. Стоїв на ногах. І покоління через дом питається обігратися. І чуть не обрізались. Неплохий перевод. Гость детський. Прессинг від Титана приносить свої дивіденди. Лево два! Лево два! О, хороший момент! На Мороза пройшла така передача, но в лед не смог пробити. Просто по другому. Вот спохвалы на другого тайма. Единственный гол забитый на 16-й минуте, на 17-й остается пока победным. Переможно. Сейчас еще есть. Еще изменить. Титану вирівняти становище, але нема багато нагору. Перегнав 10 минут, можна по 5 минут робити. Перегнав, поміняв, без присла. Одна гра ще, прикинь, тут 20 стало. Не просто сам. Пацани, це Сатюнник, 3-7 будуть бігати. Може, так, составом буде перебігати. Тут експерти кажуть, що Титан мог просто більш динамічно мінятися, дати високий пресинг, який ми не бачимо в цьому поєдинку. Соглашусь з експертами, які зараз прямо онлайн обговорюють цей поєдинок і висказують мнення, що Титан має зіграти тактично немножко жорстче, дати більше скорості, дати більше пресинга, більш швидше мінятися, і щоб просто покоління захекалось, але цього немає. И поколение сами иногда прессингуют. Хотя у них... Вот, Бугаев! Имел он просто шикарный момент, но он не смог приборкать Шкиряного. Да, и Шкиряного не смог приборкать, але момент был дуже цікавий. Але не влучно, не влучно. Ну, таких моментів ще не було в Титана. Це, мабуть, найгостріший в їх виконанні. І таке, знаєш, приспали вони покоління, вроді покоління чуть не заснуло, і тут тебе оп. Чуть-чуть, якби Максим був
принял его или ударил в лед более удачно, было бы уже 1-1. А поки 1-0 в пользу поколения. И вони не поспішають. Титану треба поспішати, але покоління нікуди не спішить. Капитан команды Бугаев Максим с мячом переводит на другой. Пытается контролировать Титан мяч. Не пожарить, не бить вперед, просто вперед. Но забрали контратаку из поколения. Не проходит. В параллельном поединке у нас будет пробиваться пенальти, там играет Петровец с Ангелом, может штрафной, да, может пенальти, но что-то там очень близко к зоне. Там 0-0. Штрафной. Возвращаемся в нашу игру. Поколение пытались убежать в контратаку. Ну и Титан пытается развить свою следующую атаку. У нас уже, друзья, 12-я минута второго тайма. Быстро бежит время. А для Титана оно бежит просто молниеносно. Потому что им нужно отыгрываться. Ну что, может Кепс может подать нормально? Вот это было дуже небезпечно. Дуже-дуже небезпечно було. І Титан мав дуже. О, завтра делаешь красотку, берешь собаку. Собаку к штанге привязываю. Ще момент. Одной, короче, нет. Якой? Оранжевый. Должен быть 10. Или это твои? Это мои. У меня было 9. Это мои. А, все, это твои. Да, это 9. У меня 9 и было. Ух, туда его. Ну что, Титан создал пару моментов, хорошие, неплохие моменты, но надо же не создать моменты, надо забить. Немножко передвинули они все-таки игру к воротам поколения и так вот дожимают своего оппонента, но пока счет не меняется. Хватит людей время дожать, потому что остается всего лишь 12 минут до конца поединка. 38 уже сыграно, осталось всего лишь 12. Мне кажется, все большими и большими силами сейчас Титан будет идти вперед, а поколение сможет играть свой комфортный футбол и пытаться ловить своего оппонента на контратак. Бугаев пытается пойти на троих. На отбой играет поколение. Yeah,
Леша, там игровой мяч? Вот тут, вот тут. Да. Они не хотят им играть. Отдел. Не знаю, за воротами, может, туда улетел. У, блин, ну как так, как так? Ну вы, это просто моментище. Снова Бугаев на ударной позиции, и мне так кажется, этот момент был еще более яркий, чем предыдущий. И просто, ну надо забивать, друзья, ну как так? Ну есть моменты, и есть, вот, констатирую факт, что все-таки Титан перехватил инициативу, они более острее сейчас, создают более качественные моменты, но, друзья, нужно забивать. Очень близки к тому, чтобы сравнять счет, но счет не равняется. Есть минута остается до конца этого противостояния, и поколение пока терпит. Им надо протерпеть 10 минут, а пока Титанчику, конечно, свои задачи. У них задачи вырвать победу в этом поединке. Це вже залепив його. Буде корнер. Снова момент. Ну, ух, выносят. Ну. Пожары, друзья. Слышишь, Лёш? Нашел? Нет. А, слышишь, мне кажется, я сюда тоже играл. Да, он там на группе. Буду на вес сюда плюс-минус штрафную. Но Мороз, его пострела, наверное, нет. Поколение тянут ногу, путают след, они не спешат, потихонечку идут. Это мое? Я свободный, на работу надо. Могу деньги раздавать. Могу тебя охранять, когда ты ходишь. Уже начинает хлопотать. Неплохой пас. Ну, съели. И один бежит туда. Что, зачем так базарить? К чему вот это? Что еще там сидит?
соглашусь. Если человек не понимает, не успокаивается, просто надо показать ему красную, пусть там вот на бровке там занимается боксом или. Угловой. У нас остается 5 минут, друзья, до конца этого поединка. Как говорят эксперты, что вялая игра, я где-то могу согласиться. Игра у нас действительно вяленькая. Ух, снова момент, это был Никита. Моменты есть у Титана, но моменты это хорошо, но голов-то нету. Отвлекся, извините. Ну, целых каз добыч. И видите, что делает. Правильно делает вратарь. По колени он упал. 30 секунд для своей команды выиграл. Еще декілька секунд выиграли. 10, 20, 30, 40. Минуту выиграли, пока Титан побежал за мячом. Ну, хорошо обошел. Кэп. Ну. Ух, опасно было. Ну, конечно, с такого угла забить, ну не знаю, ну, очень тяжело. Очень с острого угла, как бы, не по центру ворот, но тут не скажу, что это было сильно прям опасно. Потеря мяча. И остается 2,5 минуты, друзья. Очень надежно вратарь поколения действует. И снова сейчас съест 20 секунд. И туда его, глыш его. Как бы. На поколение даже не бежит сюда. Видишь, просто глыш и все. Остается 2 минуты, друзья. И... У меня было два, да. А там один совсем был такой смешной. Вот такой на селект похож. Чуть не похоронил. А так же и... Півтори хвилинки. Это забил Петрович. Слышите этот крик? За тоже там 3 минутки до конца. Они забивают там.
конца, до конца, меньше минуты, друзья. У меня 5 минут. Подай, подай! На моем таймере 30 секунд. Был черк, будет угловой. Я думаю, это уже последнее действие в этом матче будет угловой. И на этом все закончится. Можно констатировать факт, что очки у поколения будут сегодня точно один как минимум. А если отобьются с этого корнера, будет 3. Штанга, друзья, штанга. Блин, насколько были близки. Пошло добавленное время. Все, друзья, хороший матч. 1-0, поколение первое место.